это Артём. Он сегодня не постригся, а сделал что-то там интересненькое. Давай показывай. Ну давай, интересно. Ну давай, Лёша, сними ему капюшон быстрее. Ну снимай, ну интересно же. Давай. А долго делает? Давай. Два часа делай. Долго? Давай. Сколько стоит? 1000. Вау, дедушка там, наверное, в шоке будет. Это сырые волосы не сушили, что ли, еще? Сушили. Ёлы-палы. Ядрёный батон. Чё? Как красиво, может, я тоже так сделаю, да? Слушай. А вот здесь тебя подстригли, да? Здесь подстригли. А что, не стригли длину? Стригли чуть-чуть. Ёлы-палы, какой кудрявый парень. Тебе нравится? А что, мне тоже нравится. Тебе тоже нравится, потому что тоже хочу так же сделать. Тебе не сделать кудри. Давай тебе так же. Так же получилось. Как в прошлый раз. Ну, тебе в прошлый раз сделали пробор на одну сторону. Да, ну. А сегодня не делали пробор. А ты фотку-то показывал, что-то хотел? Да, более-менее похоже получилось. Ну, тут-то лучше, чем у тебя на фотке-то. А? Тут-то лучше, чем на фотке-то у тебя. Вообще красавчик. Ну, вау. Да. Главное, что тебе нравилось. Давайте. Ну, отлично. Хотели сейчас с Лёшкой за продуктами, так мало-мало надо мясо было купить. Закончился Силен Бэнк, еще бутылку взяли. Пропер этот. Взяли коньяк армянский, 5 лет выдержки. Произведено в Армении вообще. Вот этот взяли. Там пол-литра. Ну, видели, наверное, короче. Так, ладно, булочки. Ой, по полу поваляло все уже. Так, хлеб только испекли, какой-то белый вот взяла. На Лагман взяла вот такую лапшу. Самой, чтобы не делать, нафиг не возиться с этой лапшой. Так, бананы. Бананчики какие-то огромные, смотрите. 100 рублей килограмм, 120 что ли. Печенье вот такое взяла, злаковое. Так, сметана 10%. Даниссимо со вкусом маскарпоне и вишня. Творожное зерно вот такое взяла одно попробовать. А что это, на место поставить или что? Да, эту крышку надо. По оценке продавалось, да. Что это у нас? Питахая? Взяла одну штуку, не знаю, хорошая, нехорошая. Питахая — это фрукт с Таиланда. Ну, не знаю, попробуем. Там их много было, я один взяла. Обычно он лежит, дорогой, как-то взяла, он вообще невкусный какой-то был. Думаю, возьму по оценке. Так, сосиски взяла. Сейчас я сделаю, наверное, суп с плавленным сыром. Пачка Орео. Мешки для мусора. Так, снежок. 2 штуки я взяла. Еще один Даниссимо. Это на завтрак. Так, снежок еще один. Сыр плавленый. Лук. Так, здесь я лук взяла, шелухи луковой набрала, оторвалась, ну вы знаете, да, я говорила про этот, Лёша батарейки взял. Так, Лёша батарейки взял, Панасоник. Так, здесь яблоки России, 79 рублей килограмм, я поэтому оторвалась, взяла, ну там, сколько, почти килограмм. Так, лук, взяла малину, надо ее сразу убрать, холодильник. Дальше, что здесь у нас, творог 5%, говядину тушеную взяла. Так, ну и мясо есть, свинина на фарш. Я не брала цельным куском, сразу же готовые куски, просто перемолоть. Вот, говядину на лагман и на фарш пущу. Ну и курица, филешки здесь у меня одни, 10 штук. Ну и все, больше ничего не брали. С алкоголем не знаю, надо еще к другим магазинам походить, посмотреть, что там есть. Не будем много брать, мы же не пьем. Ну, конечно, мы не пьем, ага. Мы не пьем, но взяли, да? Не, ну, логика, конечно. Коньяк я люблю. Просто. Не, я тоже люблю коньяк. Что-что, водку вообще не переварил. Коньяк, вот это мило дело, чего бы не выпить. Всякую рунду пить, лучше коньяка хряпнуть. Мне больше всего нравится. Мне тоже. Вот так хорошо прям. Ах, прям представила, что... Хороший коньяк. Да. Да, класс. Виски не очень люблю. Надо водочки. Он все мне говорил, давай ром возьмем, давай мартини. Я говорю, да нафиг это мартини. Ром еще, да, тоже можно. Вот, ром и кока-кола? Да, пока... ну на самом деле у меня почему-то ром и кока-кола, потому что живот начинает болеть. Я его сейчас тоже так... И башка потом болеть будет. Да, вот самое вот, милое дело. Да, вообще, мне кажется. Ну водку-то я не знаю, но ты любишь водку, я от не очень. Ну как люблю. Я лучше коньяка хряпну. Нет, могу 3 рюмочки выпить.
Чего? Больше не получается мне. А, не получается? Да как не получается? Можешь литрами пить? Не будем о грустном. Слушайте, порезали вот этот, как он, питахая? Я как-то брала белый, мне вообще не понравился этот, ничего, да? Угу. На вкус прикольно. 30 рублей, ребят, стоит всего, что не взять-то. И трется об нее, ты гляди. Угу. На, она в ведре мусорную его нюхала. Смотрите, что творится. Я не знала, что она так. Прям как будто это, замануха, как... смотрите. Алиса, ты че? Так это она так от маслин так прется, тут от подтахая, я в шоке. Может, там какие-то масла содержатся? Не знаю, смотри, но дальше запах нравится ей. Ты серьезно? Алло. Ну, у нас Анфиса из Таиланда, видишь? Не нравится. Она от потахая, смотри, прется. Но она, главное, не ест, а нюхает как-то. Ну, как-то трется об нее, как от оливок. Да? Ей нравится запах. Смотри, она кусает. Ладно, Анфиса, не будем экспериментировать. Она гематоген еще у нас есть, смотрите. У нее сегодня день десертов. Трешка есть. Ест? Чокнутая девка. Запах крови почухала. То ли сгущенки. У нас-то все нормально. В городе авария у нас на ТЭЦ. И люди мерзнут. На улице минус 29 градусов. Леша, расскажи, что там у нас произошло. Убавь маленько звук. Плановый прием студентов. Закрыты детские сады, а школы еще до аварии. Вот, еще говорят. На дистанционное обучение. В Улан-Удэ развернули пункты временного размещения. Это в центре города. Самое необходимое. У нас вот 10 пунктов временного размещения. На общее количество пока 400 человек. Все, вообще на территории города мы можем развернуть. Потому что холодно. Дома люди мерзнут, с обогревателями сидят. У нас-то нормально, топит вообще, мама не говорю, отопление у нас. У нас нормально, мы отдельно от города. МЧС призывают усилить контроль за электроприборами. В некоторых районах власти Улан-Удэ были вынуждены отключить уличное освещение. Этой ночью около полусотни чтобы не было нагрузки на электричество. Заступили на дежурство на городские улицы. В республике по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Авария случилась в турбинном цехе на ТЭЦ-1. Там произошло короткое замыкание, а затем пожар в кабельном отсеке, что вывело из строя 4 котла и 2 турбогенератора. Об этом на прямой линии президенту рассказала журналист местного телеканала. Сегодня у нас в 3 часа ночи в Улан-Удэ произошла коммунальная авария на одной из ТЭЦ. Где нет ни воды горячей, ни отопления, дубак. Перед Новым годом, представляете, какая жопа. Полная жопа. Уголовное дело. Мы собрались с Лёшкой по магазинам. Вот. Он ушел за машиной. Вот. В общем, много мест надо съездить. Я надела шубу свою норковую. Вот. Чтобы как-то обыграть, да, спрятать вот это вот стразы, шик-блеск, вот это вот. Я надела сверху шарф в тон штанов. И штаны, и я надену эти широкие из вискозы, тепленькие. Так в них тепло, прям супер. Колготки, вот эти штаны, прям класс. Особенно в наш минус. Вот. И надену кроссовки бежевые. Будет нормально. К шапке подходит вот этот ремень, который у меня на сумке. В сумке очень удобно мне здесь держать маску, телефон и кошелек. Все. Я больше ничего не беру с собой. Сумки просто надо будет взять свободные. В общем, много мест надо. Лёшка сегодня был записан в барбершоп. Встал. В 10 утра у него запись была. Встал в 9 часов, уехал. Ну и приехал быстро, в 10-15. Я такой, что такое? Говорит, так воды нету. Говорит, отключили воду там, где, ну, в барбершопе. Ну, в этом районе там, где барбершоп, в центре. Воду отключили. Горячей воды нет, поэтому... Либо на 2 часа, говорит, либо на завтра. Ну, естественно, записался на завтра, тоже на утро. Дай бог, чтобы вода была. Где-то горячая вода будет, где-то ее нет. Вот, я не представляю, как люди живут без обогревателей, вот эти, которые вот воду греют. Так вот. Это просто спасение в данной ситуации. Ну и спят, наверное, они в теплых одеждах. Дома ходят вот так вот в одежде, наверное. Это ужас. Просто представить себе это не могу. Я вот в такой ситуации оказалась, наверное, я вообще была бы в печали. Это факт. У нас контент бы пилило бы. Уже какой-то плюс. Ладно.
Сейчас Лёшка придет, и мы поедем. Нам, конечно, в данном случае хорошо, что все работает, но, конечно, не повезло людям, которые попали сейчас в данную ситуацию. Морозятся, дома сидят перед Новым годом. Вообще не самое приятное. Вот так вот. Такие дела. Так что не очень, очень это все хорошо. Пошла-ка я накрашу губы розовой помадой. Гуркрит, вставай. Смотрите, какой кучерявый парень у нас дома. Я-то в прошлый раз надевала пухан с этим костюмом. Конечно, все супер тепло, но не люблю я, когда длинные такие штаны широкие и длинный пуховик. Ну, это как-то смотрится, ну, не очень. А вот с шубой нормально. Она повыше. И не так это в глаза бросается. Все, мы в машине. Ребята, сначала надо забрать мне стекло, потому что я перезаказала стекло на свой iPhone, да, мне пришло новое. В общем, то стекло я сдала сразу же, ну как на следующий день, а сейчас стекло пришло как раз на мой, я надеюсь, что подойдет. Ахиллес, я заказала японское опять стекло. Мне нравится в этом стекле то, что там есть сеточка на динамик. Вот динамик не забиваться будет грязью и так далее. Потому что сейчас у меня стоит временное стекло китайское, вот это вот. И тут вот динамик открытый у меня полностью. Вот надо будет забрать, короче, сейчас. Ладно, поехали. Да что, поехали. На улице дубак вообще холодильник. Классно в мороз ощутить под собой теплое сиденье. Потому что здесь у нас греется оно. Короче, класс. Да? Что тут еще? Фишки есть для зимы. Все, подогрева руля нет, самое главное. А, подогрева нет? Руля нет, подогрева. Это плохо. А так вообще класс, я сижу, мне так тепленько. У него греется, у меня греется. Задний не греется? Нет. Задний, по-моему, не греется. Ну вот, стекло. Короче, упаковка. Супер классно. Сколько бумаги они использовали сейчас. Ой. Раз конверт. Открываем. Здесь еще один конверт. Я прошла с покупала, вот мне один конверт дали только и все. Вот конверт. Но оно мне спасло стекло, поэтому я его еще раз взяла. Что-то тут. Я хочу посуду себе посмотреть. Хочу посуду. Эти вот умненькие вообще. Я хотела вот такие вот. Вот такие, но тут они обычные. Миш, хотела такие. Типа, знаешь, вот такие хотелось, чтобы были в комплекте. А там вот бирюзовые такие есть. Не знаю. Это одна тарелка, цена, по-моему. Вот тоже прикольный, но я не знаю. Форма здесь такой. Я хочу. Вот такие тарелки хочу. Сижу в машине, Лёшка там шел куда-то в магазин. Заходили в магазин, хочу ресторан. Посуду там смотрела, хотела тарелочки голубенькие, синенькие какие-нибудь. Но синенькие есть, но они слишком темненькие и с коричневым кантиком. Мне такие не надо, я хотела больше белого и синего, чтобы было голубого. И хотелось, вот там есть, конечно, такие тарелочки, но там остались только такие обычные круглые, а мне надо под пасту такие вот я хотела. Ну, блин, нету того, чего я хотела. Посмотрели, там бокалы стоят сколько, да, от 250 рублей до 600, там 700 рублей и выше, да. Ну, не знаю, сейчас посмотрим еще в другом магазине. Магазин называется, как же называется, «Все для дома», вот там, может быть, есть. Там, может быть, есть бокалы. Посмотрим, надо рюмки купить. И бокалы я хочу под коньяк, там такие красивые.
Ну, не знаю, хочется красивые какие-нибудь бокалы. У нас есть для шампанского, но вот можно, в принципе, и для вина использовать такие бокалы. Ну, в общем, на ножки для коньяка, для виски такие вот бокальчики, на маленькой ножке, на низкой хочу такие. Ну, либо просто стаканчики такие пузатые хочется. Не знаю, что хочется, но здесь вроде бы ничего, но надо посмотреть еще. Вот, еще варианты. Вот, еще надо заехать купить в магазин какой-нибудь дорогой, супермаркет большой, посмотреть спиртное, сыры, там что-нибудь такое. Фаршированные перцы хочу купить с сыром. Что еще там? Ну, рулетики купить рыбные на новогодний стол. Икру надо купить. Хочу икру купить не такую обычную, в баночках консервированную, а в морепродуктах продают такие 250-граммовые банки. Там икра ну просто обалденная, вкусная. Вот, короче, надо купить икры. Вот, сейчас я не знаю, куда поехать, в какую сторону. Сейчас Лёшка придёт и решим. Магазин мармелада, Артёмкина мармелада везёт. Короче, выбор. Ну что, бери пакетик. Вот, накладывай какие-нибудь. Бери, накладывай. Красота какая. Вот это вкуснятина. Вот вкуснятина. Пришли в кафе. Ариф кафе. Центр. Ждем, заказали обед. Ждем свое меню. Здесь елочка у них красиво стоит. Леша тут сидит. Так не попал в барберу, завтра пойдет. Зарос капец. Борода, волосы заросли. Но ничего, завтра будет красивее. Я думала, сегодня будет красиво. А не судьба, видимо. Хотела Лёша позу, сказали ждать 20 минут, да? А что обломились? Ну что, меню давайте посмотрим. Какое-то здесь вечернее меню с 3 часов. А сколько время? На какое меню мы попали? А, сейчас, наверное, еще не вечер. Так, ланч дня. Ну, здесь обеды. Вон, видите? В принципе, недорого. Смотрите. Полный комплект за 230 рублей можно пообедать. Нормально. Подавали суп грибной, думали, что я заказала. На самом деле Леша заказал себе супчик грибной, крем-суп. Плов он себе заказал, но вкусненько выглядит, да? И еще салат. Мой борщ. Спасибо. Чай. Я себе напиток взяла с клюквой, с имбирем, по-моему. А, нет, там чабрец. Есть чабрец и клюква. Что там говядина какая-то чуть черная какая-то совсем. Я не спрашиваю, какое? Она сказала рассыпчатый, да. Он рассыпчатый. Борщ, я себе борщ заказала. Обычно Леша борщ заказывает. Он себе крем какой-то заказал. Борщ вообще обалденный. Мелко так нарезано мясо. Это говядина очень мягкая. Просто космос. Как дома прям. Драмтеатр. Здесь елка стоит. Сейчас огоньки загорятся ночью, будет прям красиво. Ребята, как холодно. Вообще, у меня ресницы, смотрите, тушь вся сползла. Надо было другую тушь носить, водостойку. И где минус 21? Холодина. В машине минус 21. В машине минус 21? А на улице-то сколько? Минус сколько? Давай 30 врубаем, чтобы кайфовски было. Ай, холодно-то что, вообще капец. Наши до магазина здесь. Потом покажу, что купили. Лёша перевожу по магазину деликатес. Смотрите, как вкуснятина. А чё? Вон галёр какой-то. Император. Лосось. Мой любимый магазин. Креветки. Чё? Вылавливать, сырым прям пойдем. Вон рулеты там тоже лежат, там разные, да? Разные рулеты. Да? Икру возьмем 250 грамм.
Рулеты хотелось. Котлеты, мента, щука, щик. А? Приехали в мегадом. Ой, все для доллара. Пришли в магазин. В общем, я ищу себе тарелки. Хочу себе сделать подарок на Новый год. Короче, мне вот нравятся вот эти. Три точно берем, потому что они стандартной формы. И вот салатники, не знаю, такие взять или белые еще есть интересные. Не глубокие совсем, такие даже. Не знаю, ну, либо вот это, но это скучная какая-то. Ну, вроде бы неплохая, но скучно, да? Скучно, короче, скучно не берем. Вот форма мне нравится, вот такая вот. Я видела белую вот такой формы. Ну, что они какие-то маленькие, да? Ну, под соус, например. Сметанку налить сюда. Ну, а цвет мне не нравится такой. Мне вот такие формы нравятся, тарелок необычные. Нестандартные. Так, где там еще белые? Вот такие вот еще белые прикольные тарелки. Я уже вам взяла от подобного плана. В принципе, размер тот же. Тут поинтереснее вариант смотрится. Еще вот такие вот есть, смотрите. Вообще необычно, но как-то, не знаю, расцветка какая-то. Может, не персонально возьмешь, а? Да ну, какая-то не... Тебе под цвет шапки. Да, я говорю. Вот эти вот прикольные. У них каждый свой индивидуальный рисунок получается. Но они тяжелые, толстые какие-то. Эта форма прикольная, но хранить неудобно будет такую тарелку. Сушилку тяжело поставить. Вот это вот что-то, не знаю, черное не хочется. Это матовый, мне кажется, пятна будут оставаться на матовой поверхности. Ну, выбора нету нифига вообще, ребята. Я не хочу стандартно круглую, я хочу... По-моему, выбрать дискера. Нет, не то пальто. Мне нравится тактильно вот это. Вот эти вот мне нравятся. Классные. Вот эти вот мне нравятся. И вот, не знаю, эти брать, не брать цвет коричневый. Как думаешь, взять, не взять коричневый? Ну, они сочетаются как-то? Ну, сочетаются, там есть коричневый, да. Я вообще хотела вот такого больше синего цвета. Ладно, пускай будет. Пошли стаканы, посмотрим, будет. Ну, стаканы, вот что-то стакан, подожди. Не. Ой, толстый какой-то, стекло толстое, мне не нравится толстое стекло. Нам просто бы стаканы бы что-то не взять красивые бы. А что, рюмки? Что это? Открой, посмотри. Мне нравится толстое стекло. Мне нравится тонкое стекло, чтобы было. Да. Красивое, чтобы было. Ну-ка, открывай. Обычный стакан. Фу, отстой. Мне не нравится. Это все что? Что написано? Исландия какая-то. Набор. Таксиста чего? Рюмки это или просто какие-то бокалы? О. Ой, фу, мне не нравится толстое стекло вообще. Вот смотри, какие матовые. Не, ерунда, пошли дальше. Вот стаканы мне вот такие нравятся, нравятся? Стакан и стакан. 500 рублей все в комплект. А? 500 рублей. Сколько? 500 рублей комплект. 7 штук. А, здесь графином еще в комплекте. Ну нафиг он мне нужен. Нам нужно. Ну блин, они какие-то грубые. Там-то красивые были. Это тоже не очень. Там лучше было, надо вот те брать. Толстое стекло мне не нравится. Тут как у нас мне тут не очень. Нет, мне не нравится. Вообще тактильно, они толстое стекло. Блин, надо было там покупать. Да ну, они какие-то страшные. Не. Не знаю, мне что-то не вставляет вообще это. Вот это еще ничего. Что-то какое-то не очень. Толстый какой-то. Вот там покупать в магии, блин, центральную. Не знаю, крашеный какой-то.
Все, опять вернулись мы. Все для дома, вернулись в универмаг. Хочу купить рюмки красивые. Все для дома, там нету красивых. А я хочу красивые. Чешские какие-нибудь рюмки, не знаю. Там купили мы стаканы чешские. Вот, богемия. А здесь хочу бокалы, присмотрела. Вот, купить красивые. Сделать себе подарок. Тарелки я уже купила. Хотела целый набор из таких голубых тарелок, но, к сожалению, набора нет, только отдельные тарелки. Ну ничего, я в интернете, может, доберу. Найду. Лёшка пошел машину закрывать, не закрыл. Сейчас сюда опять придем. Я сейчас куплю красоту. Кусочек елки. Не успела снять. Вот елка. Ну, красиво так-то сделала, ледяные фигуры. Сейчас уже стемнело. Более-менее хоть. Это что там за такое? Из огоньков в виде моста какой-то.